Федеральная налоговая служба через арбитражный суд требует у администрации Братска вернуть 175 миллионов рублей. Дело касается банкротства муниципального предприятия «Тепловодоканал». Как сказано в исковом заявлении, оказавшемся в распоряжении журналистов телекомпании «Город», в июле 2010 года, когда в отношении «Тепловодоканала» была введена процедура банкротства, распоряжением председателя комитета по управлению муниципальным имуществом, этот пост тогда занимал Евгений Пасечник, было выведено муниципальное имущество, которое обеспечивало работу предприятия. Как сказано в в заявлении до этого момента предприятие могло самостоятельно погасить все обязательства по кредитам, однако вместо этого копился долг, который в настоящее время составляет свыше 175 миллионов рублей из определения арбитражного суда. Федеральная налоговая служба обратилась в арбитражный суд Иркутской области с заявлением о возложении субсидиарной ответственности по обязательствам муниципального предприятия «Тепловодоканал» на администрацию муниципального образования города Братска, в котором просит взыскать за счет казны Братска в пользу муниципального предприятия «Тепловодоканал» 175 миллионов 55 тысяч 696 рублей и 15 копеек. Заседание по этому делу назначено на 14 апреля. Если арбитражный суд встанет на сторону налоговиков, чиновникам нужно будет найти лишние 175 миллионов рублей в и без того дефицитном бюджете братском. Добавим, что предпосылки для банкротства тепловодоканала появились ранее 2010 года. Финансовые проблемы преследовали предприятия на протяжении нескольких лет до официального банкротства.